В Магаданской области стартовал осенний военный призыв. С 1 октября новобранцы будут проходить отбор в призывном пункте областного центра и отправляться в ряды вооруженных сил до конца 2020 года. Об этом шла речь на пресс-конференции с военным комиссаром Магаданской области Сергеем Барановским. По словам комиссара, потенциальные защитники Родины перед прохождением призывной комиссии сдадут тест на выявление признаков коронавируса. Если гражданин получит положительный результат на COVID-19, его тут же госпитализируют. Также после прохождения медицинской комиссии встреча с гражданскими лицами, в том числе родственниками и родителями, осуществляться не будет. Такие меры применили в целях исключения заражения коронавирусом будущих солдат. Как и весной, нами принимаются беспрецедентные меры для того, чтобы не допустить заболеваний граждан, подлежащих призыву, как на сборном пункте в период проведения мероприятий, так и на пути следования до воинской части. В соответствии с этим решением губернатора Магаданской области было принято решение проводить тестирование всех 100% призывников, убывающих с муниципальных образований, также из города Магадан, убывающих на сборный пункт. Здоровые новобранцы отправятся в армию по особым правилам. Из Магадана они полетят на отдельно выделенном самолете. По прибытию в назначенный город молодые бойцы по специальному трапу спустятся в военный транспорт и поступят в изолированную казарму для двухнедельной изоляции. Питание на новом месте будет осуществляться отдельно от основного состава солдат.